На край пустующей кассы мужчина ставит корзину и уходит. Через несколько минут возвращается за товаром с пакетом в руках. И, как оказалось, пакет – единственное, за что он заплатил. Установлено, что в период времени с октября 2019 года по январь 2020 года мужчина похищал продукты питания в сетевых магазинах и впоследствии реализовывал. Общая сумма ущерба составляет более 15 тысяч рублей. Данный гражданин был объявлен в федеральный розыск, а в настоящее время задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Задержали мужчину во время очередного похода в магазин. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый житель Энгельса. Он утверждает, что не помнит, что именно выносил из магазинов, минуя кассы. Задержан, не знаю, за что вообще. Ну, как вы знаете? Как пришел на рынок, задержали. Ну, я помню кражу, просто кражу. Кражу чего-то с магазина. Все. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.